Это же все-таки этап, где играют команды максимально готовые к этому этапу. Поэтому играли с хозяевами, которые на них, можно сказать, ничего не давило. Они играли при своих трибунах, вдохновленные от того, что проиграют, выиграют. В принципе, да, по возможностям двух команд. И нам было тяжелее. Почему? Потому что, во-первых, мы сыграли тяжелейшую игру вчера, сложную, в эмоциональном плане. И выплеснуть столько эмоций вчера с Кайратом и сегодня опять выйти на тот же уровень непросто. Поэтому я очень благодарен команде, что в трудные моменты, опять же, у нас была команда. Трудные моменты, и это очень важно. Качество игры, понятно, мы недовольны качеством игры, но это нарабатывается, улучшается, есть время для восстановления, разбора и все остальное. Самое главное, результат есть, мы выиграли две игры, будем готовиться к третьей игре, и самое главное, сейчас меньше негатива, наоборот, вдохновлять ребят, потому что они проделали очень хорошую работу за две игры. И мы будем просто отталкиваться от простых вещей, что исправлять и улучшать те игровые ситуации, которые нам дают больше все-таки положительных эмоций. Когда хорошие игровые действия на поле, это дает уверенность. И сегодня нам этого чуть-чуть не хватало, поэтому вот вся игра для нас походила вот в таком ключе, да, в сложной. Реализация, где-то движения не хватило, свежести не хватило. Но я думаю, что мы все это понимаем. И самое главное сейчас восстановление. Вот у нас есть один день завтра. И на последнюю игру настроиться соответствующим образом. Насколько важно стать первым в этой игре? У нас задача. Поэтому мы ехали в каждой игре выдавать максимум и в каждой игре играть на победу. Два раза нам это удалось, поэтому спокойно будем готовиться и будем играть на победу в последней игре.